Меня зовут Мария, мне 28 лет. Я приходила к коллегу Вадиму еще несколько раз, в течение этих месяцев, в которых уже практически все мои вопросы улучшились. У меня появилась бодрость какая-то, энергия очень много появилась. И даже вот захотелось очень много делать, прекрасное настроение. Решились многие вопросы, очень даже волнующие по здоровью. Самое главное, что я считаю, что действительно появилась энергия, и то, что очень приятно приходить к Олегу Вадимовичу, просто даже как человеку, когда да, ты знаешь, что придешь и получишь не только то есть, необходимый спектр препаратов, а еще то есть, консультацию человеческую. Ну, я думаю,